Будем делать вот такую сладкую валентинку. Вырезала из картона сердечко, одно большое, другое поменьше. Приклеила ленточку, за которую будем подвешивать эту конструкцию. И сейчас будем наклеивать скотч двухсторонний, на который будут приклеиваться вот эти конфетки. Так приклеиваем. Снимаем ленту защитную. Здесь что-то слишком приклеилось. Так, очень липкий. Ну, скотч есть скотч. Теперь буду наклеивать конфеты. Нужно стараться как можно плотнее. Друг дружке. Такой скотч хороший. Никак не клепится, если что-то не так прилепило.
Кустики выправляем, чтобы было красиво. Прилепилась сама вместо конфеты. Надо плотнее. Вот так. Туда хвостиком прилепила. Вот такое сердечко получилось. Можно украсить цветочками, розочками. Симпатичная Валентинка получилась. Она, правда, тяжелая. Но если подвесить, она будет к стеночке, к чему-то будет держаться. 0,5 килограмма конфет шоколадных ушло. Можно бантиками украсить. Можно так украсить сердечко. По-разному можно.